Так, здравствуйте, дорогие друзья. Многих подписчиков интересует, как в телефоне вести видеозапись с экрана. Это очень просто и легко. Что мы делаем для начала? Мы входим на верхнее окно, открываем ее. У нас тут, как обычно, во всех телефонах, приходит обычное подключение Bluetooth, там подключение к интернету, фонарики, передача данных, режим полета и так далее. У нас тут есть место, настройка, куда мы входим. Так, заходим. Значит, у нас приходит снова точка доступа, режим ультра, не беспокоит, защита. И у нас тут есть запись экрана. Во всех телефонах, в котором есть это, можно подключить. Вот она находится здесь. Вот она. Значит, это очень просто. Нажимаешь, и сразу телефон автоматически начинает вести видеозапись. И когда вы уже сделали видеозапись, просто нажимаете на нее, и телефон автоматически сохраняет на телефоне вашу видеозапись. Вот так, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки для дальнейших видеороликов.